Опа, там еще. Холодно! Подержите, я купила девчонку. Славится вологодская земля не только кружевом да маслом, а еще и талантами разными. Посчастливилось и нам, тихвинцы, принимать одаренных вологодских артистов. На сцене дуэт баянистов «Мастер-класс». Да, мы сейчас дадим некоторое время нашим баянистам переключить свои замечательные инструменты, а пока я немножко расскажу вам о наших гостях. Дуэте баянистов «Мастер-класс». Они очень талантливые, выступали в разных городах нашей страны и успешно выступали, друзья. Также они являются победителями, лауреатами международных и российских конкурсов. А еще я узнала один секрет. Они являются любимчиками всех президентов нашей страны, потому что они успешно выступали перед ними. И один из наших президентов даже показал им палец вверх, то есть класс. Вот такие замечательные у нас гости сегодня, друзья. Давайте им еще раз поаплодируем. Также я знаю, что дуэт баянистов «Мастер-класс» из города Вологда являются участниками таких телевизионных проектов, как «Аншлаг», «Жизнь прекрасна» и «Играй гармонь», конечно, подсказывают мне. Ну что, наши артисты готовы? Давайте поприветствуем их аплодисментами. Они сегодня играют для вас. Ключи от русских гвардейских городов уезжают в Вологду. И сегодня вологодские артисты перед вами. Добрый день, дорогие друзья! Всех с праздником! Спасибо большое! И давайте порадуемся празднику. Все вместе, дружно, аплодисментами, громко создадим настроение. Ну а начнем свое выступление. Немного классики, потому что классика всегда в моде, всегда в цене. Легендарная Калинка. Танцуют! Все! Да здесь нет никого! Танцуют! Все! Огонь! Thank you.
Самое главное, что я вижу, что наше творчество нравится и подрастающему поколению. На самом деле приятно. Ну а сейчас, друзья, практически русская народная песня «Шизгара». Итак, «Шизгара» на русских гармошках. Даем, поем, танцуем, да. Спасибо, дорогие друзья, вы нам сразу тоже очень понравились. Кстати, хотел спросить, нас слышно? Ну и, соответственно, видно. А следующая композиция, она со словами, слова там очень простые, звучат следующим образом. Там, тарам, там, там, тарам. И вторая часть немножко сложнее, но мы справимся, звучит так. Там, тарам, там, там, тарам. Давайте все вместе порепетируем. Готовы? Три, четыре. Еще рано, рано, музыку пока не надо включать. Так, не убедили, еще раз, друзья мои. Итак, поехали! Кстати, впервые получилось. Обе части причем, да? Да. Ну, аплодисменты, браво, браво, зритель.
Теперь вы!